Столичные эпидемиологи возмущены безответственным поведением вакцинированных. Получившие первый компонент игнорируют повторный визит в прививочный кабинет. Хотя очень важно сделать это в назначенный срок, иначе эффекта от начальной дозы не будет. Анна Шолгина расскажет. 21 день назад Гайни Есенбекова получила первую дозу вакцины «Спутник Ви». Вечером того же дня женщина почувствовала слабость в теле и ломоту в суставах. Такое состояние наблюдалось лишь 2 дня. В целом особых изменений она не заметила. Сегодня жительница столицы пришла в поликлинику, чтобы получить второй компонент вакцины. Сегодня я получаю вторую дозу вакцины. 2 недели или более тому назад я получила первую. На самом деле я себя как бы так не настраивала, что будет плохо, потому что до этого получала вакцины от гриппа. Периодически каждый год я получаю. И в этот раз тоже я себя настроила, что будет все нормально. В отличие от знакомых, у которых были температуры, да, там лихорадка, у меня такого сложного состояния не было. Вот только не все так ответственно подходят к прививочному процессу. Есть и те, кто не приходят в назначенное время, чтобы получить второй компонент. Каждый флакон вакцины «Спутник Ви» содержит 5 доз. То есть в течение 2 часов ее должны получить 5 человек. Вот сейчас пришли 4 человека. Нам пришлось еще одного искать, дозваниться, чтобы 5 человек одномоментно получили эту вакцину. Теперь, если тот пациент, который должен был сегодня получить прививку, но если он сегодня не получит, то на следующий день мы его не сможем привить, потому что следующая доза рассчитана на тех пациентов, которые должны прививаться 3 апреля. Желательно всем пациентам, которые получили первый компонент прививки, как указано вам в памятке, что нужно явиться в такой-то день, обязательно во время работы прививочного кабинета эти пациенты должны явиться на прививку, чтобы получить вторую дозу. Специалисты в один голос твердят, списывать даже дозу дорогостоящего препарата позволить себе не могут. Поэтому из-за халатного отношения одного пациента вакцину не могут получить и 4 остальных. Анна Шолгина, Нургали Мамырбаев, Хабар, 24.